yuragi zaminni maftun etgan quvonch, orzu, armonga yo'g'irilgan maydonlar, ringlar, suzish havzalari jozibasidir. Uning o'ziga xos achchiq azoblari ko'p, lekin baribir biz uni sevaveramiz, ardoqlayveramiz, lazzatlanishda davom etaveramiz. Bundan 22 yil oldin, 2000-yilning 3-fevralida Toshkent shahrida tug'ilgan Anatoliy Aleksiyevning suzish sportiga qiziqishi bolaligidanoq boshlangan. U maktabda darslarini tamomlab, darhol suzish mashg'ulotlariga shoshilar, mashg'ulotlardan tashqari yozning iliq kunlarida do'stlari bilan anhorlarda oqimga qarshi suzishni mashq qilardi. Я очень сильно зарядился энергетикой Узбекистана, так как 3 года не был. Мы были вот в таких городах, как Самарканд, Бухара, да, Ташкент, таких довольно исторических, да. Вот, конечно же, ознакомился с историей, чуть глубже даже копнули. Вот, было очень интересно и познавательно. С отличным настроением, с боевым настроем поеду в город Томск заканчивать обучение на бакалавриате и, конечно, в дальнейшем поступать в магистратуру и даже, возможно, выберу свою тему курсовой работы в магистратуре именно эту и буду ее развивать в дальнейшем. Я выступал за Узбекистан. Этот вид спорта называется подводный спорт. Цель этого вида спорта – преодоление плавания в ластах за наименьшее количество времени под водой и над водой. Я представлял свою страну один, так как у нас в Узбекистане нет данного вида спорта. Вот, и мне большую помощь оказали поддержки диаспора узбекистанского в Томской и Томской области и консул Новосибирска. Qahramonimiz dastlab Toshkent shahridagi turizm va sport bosh boshqarmasining bolalar va o'smirlar sport maktabida, shuningdek, bir vaqtning o'zida musiqa maktabida tahsil oldi. O'rta maxsus ta'limdan so'ng Tomsk davlat milliy tadqiqot universiteti jismoniy madaniyat fakultetida ta'limni davom ettirdi. Hozirda u mazkur universitetining 3-bosqichida tahsil olmoqda va suzish sport turining barcha texnikalarini professional darajada o'rganmoqda. Anatoliy Aleksiyevning bugunga qadar ko'plab xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, g'oliblar qatorida bo'lib kelmoqda. O'zbekiston. Sportchi uchun zararli odat degan jumlaning o'zi notanish bo'lishi kerak. Men har qanday zararli odatlardan uzoq turaman. Sport mening nafaqat sevimli mashg'ulotim, balki sog'lom turmush tarzimning garovidir. Tengdoshlarimga ham havaskor sifatida bo'lsa ham sportning qaysidir turi bilan shug'ullanishini tavsiya qilaman, dedi sportchi. Приездом в Томск занимался этим видом спорта только 2 года. До этого я занимался классическим плаванием здесь, в Узбекистане. Планирую поехать в Красноярск на чемпионат России. И после чемпионата России мы уже будем готовиться на чемпионат мира в Италии. Все, что в моих силах, постараюсь сделать. Конечно, много будет зависеть от подготовки как моего тренера, так и себя, своей подготовки психологически. Конечно, это очень тяжело, когда ты один представляешь свою страну, когда в других странах там по 30 человек, 40, а ты один. Вот, и вот мне в Томске действительно такую большую духовную поддержку, вообще моральную поддержку оказали, да, диаспора узбекистанской Томской области, потому что студенты наши с Узбекистана пришли поболеть, да, консул приехал с Новосибирска, вот это, конечно, очень мощная психологическая поддержка, да, даже когда вот объявляли там Алексей Анатолий, и сразу все кричали, вот, было очень приятно. Несмотря на то, что я учусь на территории России, я с гордостью и трепетом представлял свою республику на чемпионате мира. Qahramonimizning aytishicha, g'alabaning kaliti doimiy mashg'ulotlarni kanda qilmaslik va ularga psixologik yondashish orqali erishiladi. Eng yuqori yutuqlar mag'lubiyatsiz bo'lmaydi. Tanlangan sport turi texnikasi, taktikasidagi xatolaringizni ko'rish uchun har bir mag'lubiyat chinakam saboqdir.